Ну вот мы находимся на Рыжковском, потрудились и решили немножко охладиться. Вот Игнатий нас сейчас сходит первый, и всякие ветки, которые под ногами убирает. Там, говорит, даже вроде похоже, что нора бобра. Вон ветки натаскивает сюда. Берега-то смотри, это дальше-то что там? А тут дно не достанешь, рядом прям совсем, гляди. Ничего себе, это вот, ой-ой-ой, а я эти кусты-то вырубал. А вы вон там, вон неводом-то шли по колено было, с Сергеем Пупковым. А здесь-то смотри какие, их потопило, их не вырвать. Вот это надо подпиливать там внизу. Я еще вытащил-то, так это скоро, кто что делает, это наша работа. Это кто? Бобер? Тут не отпилено. Бобер. Я тебе сейчас подам, а ты его и хватишь. А то вокруг меня такие ветви. Первое мы тут начали купаться. Подо мной там еще есть. О, невозможно идти. Это еще же сделается. Тут надо очистить сначала место-то. Ага, вон она его и нора. Вот тут надо вытаскивать. Ничего себе. Да я вытащу сейчас. Ладно. А ты вытащишь, я пойду еще вытащу. Ага. Вон а нора небольшая. Вон идет провал, видно. Иди, вот давай. Мы тут выбрали, это хорошо один раз выбрать и знать, где купаться. Ой-ой-ой. Вот это все вытаскивай. Да. Это что же такое-то? Это бобер все на попер. Вытащить туда и в пустыню толкать. Ага. Поплыл. С Богом. Боязно после
такой жары, ноги судорогой сводит, начинает. Это я вот стою. Вообще не ожидал. Озеро получилось! О, тут бревна настоящие. Тут ногу поранить можно. Надо выходить мне своим путем. А где же свой-то путь у меня? Вот где. Вот он. Вот. Правильно. А теперь вот ты полезай, я постою. Надо освободить дорожку. Я подтащил, а ты ее освободи. Угу. Давай. Ой, постой-ка. Вот туда куда-нибудь под березку скинуть все это, а потом сам еще там поищешь. И каждый раз здесь купаться будем. О, давай. Так ты на свою собираешься? А? Ага, ну давай потихонечку. Далеко не плавай, я тебе не помощник. Я сейчас выпил. Вон туда, к кустам, утащи, Володя, там. Березок их хлебнул, и она стала где-то посереди. Я уже сознание начал терять. Вон туда, прям повыше так и бери, потому что следующий год у нас еще выше вода будет. Прям на берег туда дальше. О! А тут еще один проход. А? Еще один бобриный проход. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот туда, под ветки, подальше, подальше. Ну, к ней, подверни к веткам. Еще маленько. Ну, и вот тут и бросай. Теперь вот это все захвати. Ну, на этом пролете это немало вытащил я. Он, который набросал, можно все это собрать. Я не переплыл бы его. Че, куда это, березки или куда? Да, вот под березку можно. Это под березку, повыше, только повыше, хотя бы на метр в траву клади. Вот, а теперь эту. Какое получилось шикарное, да красивое. Ой-ой-ой. Ну что ж такое, а? Рыжковский-то, как они выбрали его здесь? Раскулачили всех. Сталин, говорю, вспоминает Сталина. Сколько уморил. Самых зажиточных, как пишет Твардовский Александр. Отец тоже был престерный. Вся рука, как кулак у него. 12 миллионов сожрал. В гражданской 6 миллионов. Так а сколько бы еще нарожали, сколько было-то всего. Как. Вот если бы каждый что-то вытаскивал. Там внизу еще торчит одна палка. Там вот так ее видать даже. О! Сейчас туда пойдешь, и на этом пространстве, вот где кустик-то, там еще тоже подгреби маленько-то есть. Я еще раз полезу в воду. Давай, Володенька. Работал-то не ты, не я. Вон он, шевелится там какая-то хворостина. Вон она, березы какие. Ой-ой-ой. И они в воду попали, это засохнут все. Она не любит такую
влажность. Вот ягоды рядом, а клубника будет. Это вот он берег стесал, этот бульдозерист. Вот он какой. Ну а там дальше деревня. Не ожидал я. А подальше отплыть интересно, какая там глубина. Надо лодку нести и шест. Даже не ожидал. Истинно так. Где там под ногами еще есть, вытаскивай к берегу. И там все кусты, березки, все оказались в воде. Раз в воде, значит, все, пропали. Но тут никак уже ничего не сделаешь. Володя поплыл. Задержали воду. Дальше не поплыл? А? Попробуй, где руки скроются. Отплыви метров 15-20. Да не. А? Не. Отплыви. Не хочу. Метров 15-20. И руки подними, опустись до дна. Нет, я не опущусь. Не будешь? Нет. Ну да. Там бревно какое-то было. Дальше он пошел я. Это бобер все натаскал. Вон только. Ого! Тащи там все эту корягу-то. Он сильно засоряет. Понятно. Вот это да. Волоки, это как струк. Садко богатый гость. Давай. Это сначала утащи, да. Так. Какое озеро. Это да. Тут и купаться некогда. Только будешь все время вытаскивать. Повыше поднять, она упадет, выплывет в следующий год. Мы еще поднимем воду.
Ну все, однако, я поплыву. Мой руки, ноги. Видишь, березки там какие сухонькие, то есть засыхают от излишка воды. Видно, какие листья. Вот сравни, вот это листья такие, и вот рядом березка растет. Она еще как бы на берегу, но уже корень в воде. А та вся в воде. Больше не полезешь? Не. На, тогда выключай, я полез.